Моя фамилия Алексей Кауц, я являюсь заместителем начальника управления банковских карт, представляю Банк Возрождения. Но что я могу сказать о форуме? Форум мне, конечно, очень понравился благодаря тому, что выступления докладчиков, они были конкретные. Можно было обменяться опытом, какие услуги предлагают банки, какие услуги предлагают вендоры, какие платформы развития. Очень интересная тема, конечно, это дистанционное банковское обслуживание, мобильная коммерция и электронные деньги. Это то, что, вот, я считаю, будущее. За этими продуктами и направлениями будущего развития банковских услуг в части снижения издержек, то есть самообслуживания клиентов. Могу еще сказать, что форум не уступает по своей содержательности ни Картесу, ни Кардексу, ни иным мероприятиям, которые проводятся для банкиров.